Воспитанники оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» – гордость Ленинского района. Ведь на всех соревнованиях по плаванию они всегда показывают высокий результат, завоевывая заслуженные медали. Так и в этот раз на Кубке чемпионов «Спринт» в непростой борьбе спортсмены выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Конечно, это большой труд спортсмена что-то выигрывать. Это каждый раз он себя побеждает. Это самое главное – время улучшать. И те спортсмены, которые понимают, что им есть к чему расти, это, конечно, хорошие спортсмены, и они молодцы. Успех – это всегда результат продуктивных тренировок и хорошей мотивации. Воспитанники центра «Дельфин» 4 раза в неделю улучшают свою физическую форму и в воде, и на суше. На суше мы, мы бегаем, отжимаемся, приседаем, как обычно. Как на физкультуре. Только на воде? В воде мы плаваем разными стилями. Ускорение, тренируем технику. Иногда под конец бывают эстафеты. Виктория Таранникова, несмотря на свой совсем юный возраст, занимается плаванием уже 7 лет и подает большие надежды в этом виде спорта. В соревнованиях на Кубок чемпионов она приняла участие в 3 этапах и во всех заняла призовые места. Главное знать, что вода – это твой друг. Я когда вырасту, я уже обещаю, что стану олимпийской чемпионкой. Как и Виктория, многие мальчишки и девчонки центра «Дельфин» стремительно движутся к намеченной цели. А эти красивые медали – только начало спортивного пути юных пловцов. Ведь впереди их ждет много новых и более сложных этапов. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, «Видное ТВ».